Всем привет! Я, видимо, отношусь к тем, кто до последнего не выкидывает елочку. У нас вчера, кстати, в подъезде кто-то сдался, выкинул. Я елочку не наряжала, ставила вот такой букетик. Ну и было поступление орхидей. Не знаю почему, я вспомнила про снегирей. 100 лет их не видела. Правда. Так, елочка, веточки и снегири. Снегири, когда садятся на веточку, я хорошо помню. Они такие упитанные, жирненькие. Всегда крупнее, чем воробьи, те же синички. И под ними прогибаются веточки. Веточка начинает опускаться, он взлетает. И опять на нее же садится. Вообще, с возрастом стала часто вспоминать детство. Вот, поступление. Пока нет солнышка, потому что солнышко будет высветлять. Покажу вам этих красавцев. Дубровник. На удивление, очень хорошие у них корни. Обычно как бабочки, так и начинаются. Бабочки не бабочки, в смысле какие-то пилоричности. А тут все норм. Цвет такой довольно редкий в орхидеях. Полюбуемся. Эту бабочку и пилорика называют веснушками. Я уверена, что это протеромонс. Я прям уверена. Согласитесь, что это она. Очень крупный цветок. И вот ее характерный краб. И характерный краб на листе. У кого есть протеромонс, знают, королишат. Ехали лежа. Ты эти? Так, и пилору покажу. Смотрите, почки. Я думаю, она может их и пробудить. Здесь два растения. Такая огромная, крупная бабочка. Остановись мгновение. И вот такой роскошный, крупный пилор. Это что-то с чем-то. Ну-ка, здесь позаглядываю. Ехали, конечно же, львожи. Несколько лепесточков тут у нас пострадало. Я их все складываю, чтобы видны были защипы. Я всегда так делаю. Бутоны. Вообще, протеромонс, орхидея не капризная. Думаю, что и пилоричности будет то же самое. Вот так поставить на заставку. Чепчик. Красота. Или чтобы пилор тоже виден был. Или вот так. Все-таки я больше созерцатель. Я люблю наслаждаться. Смотреть. И любоваться. Особенно через камеру, потому что все можно рассмотреть. И забываю показать, допустим, корни. Смотрите. У веснушки корни. Прям надо же так приехали. Корневая отличная.
Вот. Теперь все. География теплых отправок расширяется. Поэтому, если вы не хотите делать перерыв зимний, обращайтесь, мы посмотрим с вами, что можно сделать, как отправить к вам желанную орхидейку. Это все прям выпуклый, рельефный такой рисунок, необычная орхидея. Как бы вам показать, как бы еще крупнее сделаем максимально. Так, телефон теряется. Вот такая темная красавица. По поводу отправок пишите. Пишите мне в WhatsApp, в Telegram. Звоните, если не отвечаю, значит, сильно занято. Такое бывает, либо за рулем. У нас дороги не чищены, думаю, как и по всей России, наверное, кроме Москвы. Ужасно, что творится в этом году. Это не высказать. Колея такая, что из нее не выскочить. Страшная история. Все хуже и хуже, скажем так. В общем, пишите по отправке. В конце видео будет визитка, на которой есть номер телефона. Вот кого я вам хочу показать. Это микс. Что поставят микс, обычно мы не знаем. Микс собирает садовник на свое усмотрение. У меня аж две диперлы. Дух захватывает от башмаков. Вот такой светлый приехал. Они, конечно, тоже ехали в коробке, лежа. Но их закутывали в тубусы. Башмачки можно бесконечно рассматривать. Это расчудесное чудо. Вот такие помятые эти американцы. И неожиданно, но в миг стали ставить Пиноккио. Прям неожиданность, действительно. Я поставила одного розового, но приехал еще и желтый. Поэтому... Что такое Пиноккио, вы знаете, да? Это револьверное цветение. Он будет у вас свисти без преувеличения годами. Удлиняться и удлиняться цветоносик. Сейчас, секунду, я вам покажу. Вот следующий бутон. Так, телефон не понял, что я хочу показать. Да-да-да, вот это вот мохнатенькое чудо я и хочу увидеть. Он будет расти. Этот цветочек отцветет и упадет. На его место придет следующий. Все остальные не револьверные. Я видео сегодня начала снимать
рано, когда еще не было солнца. Но именно Лас-Вегас оставила на момент, когда выглянет солнышко. В Сибири мороз, мороз и солнце — день чудесный. Такие пышные Лас-Вегасы. Это желтый там цветочек лежит. Видите, какой? Так, телефончик соберись. Мы смотрим цветочек Лас-Вегаса. Кстати, Вегас можно поставить на заставку. Я его часто ставлю. Вот так это красиво все смотрится. Принесла 3 штуки. Уже стала убирать Лас-Вегасы. Поснимала и увидела вот такой характерный листик на цветоносе. Ну, вот так. Цветонос из точки роста. Но нет. Совсем нет. Это, кстати, где лежал листик. Видите? Вот центр. Кора лежит. А вот откуда-то оттуда цветонос с такими характерными листочками. Какие же они все-таки красивые, наши любимые орхидеи. Это лейкофантастик. У нее в названии заложено, что это фантастик. И она действительно такая. А тут еще и, как мы называем, расписная. Я в прошлый раз их привозила, хватило не всем. Этот раз их много. Кому нужны, пишите, будем искать возможность отправки. Такой красотой я просто обязана делиться. Сейчас покручу, так поверчу солнышко. У меня храпит бантик. Не знаю, будет вам слышно или нет. Старушка моя. Хотя, наверное, мы с ней по возрасту одинаковые. Ей 9 лет. Для собаки тоже возраст солидный. Стареем вместе. Называется. Ну, как вам? Их много. У многих, кстати, прямо такие растущие корни. Неожиданно, крайне. И хорошая корневая. Корней много. Тоже ехали лежа, не посмотрела, там кора лежит. Тороплюсь. Отправки на поезд сегодня. Но кто сравнится с белой орхидеей? Снежная орхидея. Я жду весну и буду привозить обязательно микс. Мне
кажется, белые орхидеи должны быть у всех. И не только. Так на солнце хуже. Видите, вот белому солнышко мешает. И не только мутанты. Мутанты это на любителя, а белая крупная орхидея это совсем другое. Я очень хочу привести формидаблы. Я их найду обязательно. Вот видно. Сейчас покажу. Мутантов белых много. Тоже пишите. Я со всеми поделюсь. Такая сильно солнышко. Другую поймал. Вот много солнца плохо. Видите как? Да что ты. На этом заканчиваем. Пишите в конце визитка. Пишите, звоните. У него есть и Telegram, и WhatsApp. Красоты много не бывает. Пока. Пока.